В этой трагедии сегодня рано утром сообщил известный телеведущий Андрей Малахов. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш новый YouTube-канал. Ссылка на него будет в описании. Там тоже выходят интересные новости и шоу-бизнеса. Сегодня рано утром в больнице оказался известный российский актер Михаил Казаков. Андрей Малахов сообщил об этом сегодня рано утром в своем телеграм-канале. Медики диагностировали у актера Михаила Казакова серьезную травму челюсти. Оказывается, его сегодня рано утром избили прямо возле подъезда его дома. На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут нападавших. С самим актером пока связаться не получается, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Завтра утром, друзья, наш канал один из первых, кто сообщит вам более подробней о том, кто же его избил на самом деле. Вы будете просто шокированы. Смотрите, пожалуйста, наши новости от начала до конца, иначе вы просто не узнаете всей правды. До скорых встреч!